давай попробуем. Если получится, хорошо. Не получится, спустимся. Потом съездим. Да? В этом году первая охота на козерога по нашему тике. Август 2024 год. Познакомьтесь, это наш гид, человек, который охраняет эту зону, который все знает об охоте в этой местности. Зовут Евгений. Вот. Привет. Все, наверное, кто с ним охотился, те, кто охотился, наверное, знают его. Поэтому посмотрим, что нам Женя покажет. Красивые горы, это точно. Не, ну красивые горы, это ладно. Но мясо нам нужно. Казахам мясо кушать. Вот, да, вот эти. Можно, но нужно на мощного коня. Вот. Везде работаешь. Горная охота — это не просто такая тема. Приехал на машине туда, куда тебе надо. Сейчас у нас предстоит путь наверх. 6 часов в седле. Полностью загружены вещи, спальники, палатки, оборудование, техника, оружие, провизия. Представьте, что выехать на горную охоту, сколько надо вещей взять с собой. Это вам вот не халям-балям. Так, получается, поднялись на высоту 2670 над уровнем моря. Получается, едем уже больше 6 часов примерно. Подо мной аж конь такой просто лег, устал. Дальше идти, говорит, не хочу. Поэтому сделали привал для того, чтобы, ну и лошади чуть-чуть передохнули на нас. Ну, у нас до лагеря осталось где-то примерно 1,5 часа пути. К вечерке придем. Не знаю, на вечер сможем охоту сделать, не сможем. Сможем, будем утром охотиться. Сможем, успеем, будем вечером охотиться. Ну вот, у нас получается полноценный обед. Вот с такими вот Жениными котлетами. Спасибо Жене. Спасибо Жениной жене. Как зовут? Настя. Настя. Очень вкусный. Пахнет, просто заманивает. Короче, вышли сегодня в 6.30 или 7, ну где-то примерно. На лошадях мы проехали, получается, так, это получается 7 часов на лошади. Раз в год, когда ты садишься на лошадь, ой, как хорошо, а одному месту вообще просто. Сейчас вот обедаем, расставили вот свои палатки, у нас будет сегодняшний здесь вечер. Сейчас вечером пойдем примерно плюс-минус посмотрим, осмотримся, может что-нибудь найдем на вечерке. На лошадях тоже поднимемся, побыстрее будет, ногами своими помедленнее. Там перед бугром оставим лошадей, там зайдем сами пешком и оглядимся. Поэтому первый день охоты сегодня, в принципе, уже вот мы на месте. Да, Сад?
Ознакомьтесь, кстати. Асад — это гид, а это наш логист. Логист. Вышли. Все-таки сегодня первый же день. Хотим просто подняться. Сейчас на эту сопку залезть, в щель зайти вон тут. Посмотреть. Может быть, что-нибудь увидим. Повезет. Ну так, в общем, осмотреться. Решили разделиться. Гид Женя пойдет в левую щель, я направляю в правую. Ну и на рации, что увидим, друг другу скажем. Сегодня уже, наверное, будет поздно стрелять, делать подход, если даже будет что-нибудь. Но завтра уже полноценная охота будет делать. Ну, посмотрим, что получится. Высота здесь получается, 3000. Не так уж, в принципе, высоко. На манжелках у нас лучше, чем была, как 300. Ну, потихоньку погнали. Потихоньку поднимаемся. И вот сейчас передо мной табун таких хороших свиней ходит. Сейчас мы вам покажем. Как раз мы зашли в подсобку. Сейчас аккуратно выйдем вон на тот камешек. И оттуда подснимем вам. Пойдем. Вот они два стоят. Первый внизу. Второй верхом. Ну еще где-то должны быть. Еще немного поднялись. Сейчас осмотрелся, вот сзади меня где-то километр от меня. Двух рогачков видел небольших. Это по 3 годки. Такие рожки. Километр. Расстояние большое, непонятно. Дальше никого не увидел. Может, там где-то рядом лежат. Сейчас выше вот хочу подняться. Оттуда обзор побольше будет, посмотрю. Пойдем. Сейчас от нас где-то еще километр. Нашел большой табун. Не знаю конкретно, не могу насчитать. Но больше 30-40 точно. Но одного-двух увидел. Больше метра где-то примерно, плюс-минус. Или метр. Это уже радует. Сейчас я вам на камеру поснимаю. Посмотрите сами. Ну вот он. Один где-то метровый. И здесь ближе где-то должен быть. Еще один. Вот оно. Вот здесь их немало, короче. Тоже где-то около метра. Вот Тяньшанский козерог, чем он другой. У него рога, основа.
Они мощные такие, толстые. Видите здесь? Целый табун. Я сейчас не могу конкретно полностью всех заснять. Что неудобно. Километр от меня. Вот большой. Видишь? Я зашел за скалу. И ближе нас где-то вот здесь. Все есть здесь. Это молодняк. Есть где-то выше есть, но где-то вот штук 40 я, наверное, насчитал. Ладно, снимать камеру снимаю, но охота в первую очередь. Сейчас буду думать, как делать подход. Я думаю, даже сегодня отстреляемся. Этот уже маленький. Они вот за скалу нашли все большие. Наверное, маленький. Тот тоже маленький. Первые четыре были явные. Серьезные такие. Дилемма. Вытащили их, нету. Значит, следующий. Либо подходить к ним и выходить прямо в упор. Либо, может быть, они выйдут сюда к нам. Подождать полчаса. Но это непонятно, выйдут они или нет. Вот теперь думай, что делать. Дайте 5 минут. Козлы развернулись, потихоньку начали к бугру подниматься. Я сделал такой обрез по вертикали, где-то, я не знаю, может быть, 500 метров. Но это нечто. Ответите с камерой, со стволом. Ну, мой жест. Чего? Пока отдышку делаю. Я к чему? Ради горные охотники, ради вас. Ну и для себя тоже. Как только не стараются, да? Фух, они где-то здесь должны быть. Но по моим расчетам, может быть, максимум 400 метров. Плюс-минус. Будем смотреть. Одна голова торчит, не знаю, как стрелять по голове, шанса другого не будет, думаю, придется так делать. Сейчас настроиваем камеру, посмотрите, куда пуля села. Как неудобно это все самому делать, ребята, вы бы знали. Такого большого найти не могу, так что только вот так вот. Все, вроде бы стоит. Будем наблюдать.
пожелайте мне удачи. Готов? В своих горах. Хороший подход. Настоящий охотник. Сделает еще выстрел по голове. Салют, господа охотники. На месте остался. Ну что, ребят? Вот называется это работа, ну, в смысле, как сказать, это прям чистая работа. С самого начала увидели, правильно сделали подход, обошли, подошли. Расстояние было километр. Просто неимоверный марш-бросок, очень мощный. До сих пор одышка. Но зато результат у нас, где-то метровый рогач был добыт в первый же день охоты. Ну, в принципе, можно отдыхать. Завтра у меня еще есть косуля, мы можем по дороге еще и косулю сдублировать, если захотим. Так что, ребята, все классно. Оставайтесь с нами дальше, все покажу. Сейчас надо дойти, добрать. Я еще не знаю, как я это буду делать, потому что уже темнеет. Завтра забирать, сегодня надо думать. Сейчас, наверное, гида пошлю туда, хотя бы кишки спустить, голову отрезать там, чтоб не протух. Поэтому вот так, всем спасибо. На скале лежит, от меня где-то, ну, по вертикали метров 300. Если пойду, ну, блин, темно будет, еще неудобно. Когда будем забирать? Не знаю, если не опасно туда залезть, чтобы по потихонькам сесть. Давайте заберем, если опасно. Нормально, то давайте пойдем.
Нет, забрать можно. Можно забрать. Просто это по темникам это все. Лошадей бы сюда подогнать, по вот этому ущелью. Ну что, поздравляю, господа охотники, мы сделали это. Я вот нашел сейчас где-то примерно, ну я не знаю сколько время, но уже как полтора часа где-то стемняло. Я вот на звезды смотрел, шел, запоминал и смотрел эти скалы, чтобы найти своего козерога. И нашел. Теперь буду спускать вниз по этим скалам, сыпухам. Чуть ноги не переломал. Поэтому всем хороших охот. Таких же. Куда попал, пока еще не вижу. Сейчас буду смотреть. Ну, стрелял в область головы, шеи. Примерно туда и прилетел. Ну что, господа охотники, это на самом деле действительно трудовая охота. Сегодня получилось, мы в 6 часов утра с Каргалов выехали на лошадях, ехали всю дорогу, получается где-то 7 часов. 7 часов где-то мы в 3 были на месте, пока разложились. Лагерь сделали, перекусили, ребята легли отдыхать. А вот мы переоделись и вышли на вечерку просто посмотреть на самом деле, чтобы на следующий день сделать охоту, если будет козел. Ну или кого-нибудь встретим. Но как я поднялся на перешеях, от лагеря где-то 1.5 километра, увидел табун из 40 голов. Ну, я не считал, на самом деле, мне кажется, больше было. Вот этот вот, это где-то средний. Я там вам снимал, вы сами все видели, там были и больше, где-то даже и метровые, и 1.10 м, может быть и 1.20 м. Просто камеру было держать неудобно, я держал ее с рук, снимал это все. Потом я начал делать подход к этим рогачам. Такой марш-бросок сделал мощный по вертикали, где-то 1 км. Легкие чуть не выплюнул. Вышел на позицию и увидел вот этого вот рогачка. Он лежал только вот так вот, вот. Вы сами его видите. Ну, видели, да? Получается вот так вот хребет и шея, и голова. Больше я ничего не видел. Расстояние 250 метров. В область шеи я стрелял. И она как бы, да, в область шеи вылетела. Поэтому охота Тянь-Шань, козерог, закончилась в этом году. Удачно. Первая охота. Сейчас у нас получается 15 минут 10. Еще дорога предстоит домой. Всем рахмет. Рахмет хозяйству. Рахмет Жене. От души, что привез. Асад. Лучше нас логист притащил сейчас сюда коня. Здесь сейчас мы его разделаем в коржуны и до лагеря. Поэтому все, кстати, оставайтесь с нами. Охота и не закончилась. У меня еще есть лицензии. Есть лицензии Морала, есть лицензии Косули. Завтра мы подумаем, что мы будем охотить. Вот. Посмотрим провизию, может быть, еще на день, на сутки останемся и поохотимся по, наверное, по косуле. На морала можно оставить на гон. Даже, да. Ну, плюс-минус. Поэтому вот так вот. Тяньшанский
Козерог закрыт. Обычно у меня всегда джунгария, но Тяньшанский вот в этом году хотел. Он небольшой, вот такой вот, под метр. Но я доволен. В принципе, выбирать мне нечего было. Как бы он единственный, который я на позицию вышел, я его видел. Поэтому я не стал как бы, да, думать. Я отстрелялся. Всем рахмет. Вот, ребята раскачивают вчерашнее мясо, по кусочкам хотят разложить, нормально в коржаны и в воду, потому что температура большая. Боимся, что может быть немного попортит. Кусают еще все. Даже? Что, как, получается? Да. Конечно. Да, и можно сразу его в речке обмыть от крови, да? Да. Я думаю, надо так сделать. Вот. Вот, вот. Вот такая вот красота утром. Посмотрите. Что, ребят, хочу рассказать. Всегда после охоты или после какого-то моего ролика задают вопросы. Ну, в смысле, как бы, с чем ходишь, как стреляешь, с какого карабина стреляешь, с какого оружия, какими патронами, какими пулями. Ну и как бы ты не отвечаю я там на комментарии, потому что, ну, сам YouTube канал у меня такой любительский, вы сами знаете, но хочу сделать обзор для тех, кому интересно. Вот, работаю я в горах вот с таким оружием. Это Blazer R8 300 Winmag. Оптика на нем стоит, я ее давно покупал, так же как и Blazer. Я уже таскаю около 10 лет, может быть, там чуть меньше, 8 лет, я не помню сейчас. Модель NXS 5.5 на 25, 56 размер ширины. Вот, ну, в принципе, до 22 крат мне этого хватает. Всегда я ищу возможность, как подойти к дичи. Ну, в принципе, как и все, наверное, да, те, кто занимается охотой. Чем ближе, тем увереннее. Ну, вчера я стрелял вот где-то на 250 метров, стрелял по голове уверенно, потому что только голова торчала. ДТК вот этот вот, он вообще у меня самодельный. Мне его токарь сделал, да, я под заказ и сделал. Ну, все работает, в принципе. Главное, главное ухаживать за оружием, и у меня это в приоритете, я всегда ухаживаю за оружием. Чистю правильно. Ну, чистю не вот так, как некоторые, в одну сторону. Там я чистю и так, главное, чтобы выходил ёршик со ствола. Сошки у меня, я вот эту модель не знаю, как, ну, не знаю, как называется. Я помню, давно я их тоже брал, но в принципе работает и ничего не меняет. Вот, здесь у меня стоит вот таблица. Я вам покажу. Видите? Баллистическая, по которым я могу стрелять и в принципе без калькулятора. С патронами я стреляю сиеровские патроны. Это получается Sierra Express 10,7 грамм. Это 165 грейн. Вот если ты стреляешь без ветра, то тогда можно как бы, да, там стабильно стрелять до 500 метров. Ну и она нормально работает, хоть и легкая пуля. Но когда начинается там непогода или ветер, то тогда уже, ну, начинаются уже проблемы. Поэтому, ну, кто как стреляет. Ну, мне в принципе достаточно. Я и с ней стрелял и на большие дистанции, и тоже попадал. И все в принципе останавливается. Это только вот
что необходимое на охоте. Я хочу рассказать о бинокле своем. Вот бинокль новый. Мне недавно его подарили. Это Сваровский 1042. Вот, самая последняя модель. Но вчера я заметил такую в нем вещь. В сумерках почему-то. Или я просто еще в настройках не покопался. В сумерках мне было сложно. Ну, в смысле, как бы, да, не такая была четкая картина. Может быть, пока покопаюсь в настройках, может быть, этот самый. Тоже 10 крат, в принципе, достаточно. Вот такой ремень, я его вешаю на грудь. И удобно. Ну и для того, чтобы снимать вам эти все фильмы, представляете, я вот это все таскаю, вот делаю подход, иду вверх с этим всем оборудованием. Вот это вот камера, модель, ну все ее сейчас знают, P1000, это у нас получается Nikon. Все сейчас охотники пользуются ей, в принципе, достаточно, но я ей только снимаю выстрел. Остальное все я снимаю на камеры, и вот у меня есть еще Action GoPro. Вот это вот тоже как бы камера, такая необходимая вещь. Чтобы вам кадры снимать красивые, я таскаю с собой еще вертолет. Ну, в смысле коптер это. Вот представьте, для того, чтобы получился хороший фильм, это все я с собой вот таскаю. Что необходимое у меня в рюкзаке, в моем, вот таком маленьком, я его покупал еще в магазине Мерген. Вот бывает такая одежда, которая, не одежда, которая вещь, которую ты купишь, и она прям к тебе прилипает вот удобно. Вот этот вот, да, вот рюкзак ко мне прям прилип. Я его тоже очень долго уже таскаю. И в принципе у меня все здесь есть. Для разделки даже вот как бы веревка, точилка. Гарбичи я с собой таскаю, ну, в смысле, пакеты для мяса, ножик, запасные патроны, в случае чего. Так, ногтегрызку, если ногти выросли. Рации. Обязательно необходимый фонарик. Вот, я все с собой беру всегда фонарь, потому что вчера даже мы спускались, уже я по скалам спускался уже где-то в 12 часов ночи. Плюс документы, и здесь не хватает этого дождевика. Я всегда беру дождевик с собой, если вдруг налетит непогода. А в непогоду мы попадали с Леха, мой друг знает. Леха, привет. Все равно посмотришь этот фильм. Так, вот такую вот палку я с собой еще таскаю. Но это вот такой посох, который мне служит третьей ногой. На самом деле, вот кто не таскает вот такие вот палочки, да, для удобства, вот зря. Научитесь ими работать, и вам просто в горах станет легче ходить. Вот я прям, ну, охотился на Кавказе. И меня прям там так научили упираться этим посохом, как бы, да, так идешь, здесь придерживаешь, здесь держишь равновесие, когда назад спускаешься, когда боком идешь, ну, четко. Правда, я его вот вчера сломал, блин, ё-моё, ну, ночью уже спускался, придется новый покупать и заказывать, посмотрим, может, в наличии есть у кого. И таскаю вот такой вот штатив для того, чтобы настроить вот так вот, найти дичь, зафиксировать ее. Потом уже я уже начинаю ложиться и делать все остальное. Баллистику высчитывать для оптики, настраивать оптику, корректировать. И делаю для вас вот такие вот выстрелы, которые вы видите. Так что вот так вот. И вот я думаю, что в принципе я рассказал все. По одежде, ну, каждый одевается так, как может, хочет, у кого какие есть возможности. В принципе, даже можно одевать. Сейчас российские бренды довольно-таки хорошие делают. Там и нижний слой, и верхний слой, и от ветра, и дождевики хорошие.
Вот. Не обязательно покупать, как бы, да, какие-то крутые бренды. Ну, если есть возможность, да, бренды работают, реально работают. Так что вот так вот, ребята. Но охота еще не закончилась. Сейчас мы отдыхаем. Мясо разделали. В речку положили, чтобы не испортилось. Через час, может быть, через два выйдем на охоту на елика. На косулю. На сибирскую горную косулю по-нашему. Это же горная охота. Поэтому, если попадется хороший рогач, пробуем поохотить. Оставайтесь с нами.